Окей, друзья, мы наконец готовы. У нас, к сожалению, маленький форс-мажор, один из трех наших участ... участников, который должен был быть, не был пропущен бюро пропусков. Но я думаю, мы вдвоем прекрасно справимся. Собственно, мы должны были быть практически полной инвестиционной командой нашего фонда. Тем не менее, мы пришли вдвоем. Я, меня зовут Александр, как раз я тоже из МГИМО, поэтому мне проблемы с местным бюро пропусков очень знакомы. И Оля, моя коллега. Да, не с ней все хорошо. Вот, собственно, сегодня Тема будет больше приближена именно к тому процессу отбора стартапов и вообще методики, как мы выбираем, какой проект лучше, какой проект хуже, какой можно нести на утверждение, какой нет, тому как это дальше происходит, на что мы в первую очередь смотрим, на что смотрим во а вторую очередь, чтобы у вас, в принципе, сложилась какая-то картинка о том, как этот отбор проходит. Далее в конце мы на самом деле подойдем к тому, что, о чем говорил, наверняка, Ксения на первой лекции, что есть возможность прислать, условно говоря, свою идею стартапа, и это будет как часть конкурса для отбора на стажировку. То, тот контент, который будет в этой лекции, наверное, будет основополагающий для подготовки такой презентации, потому что мы пройдемся по всем основным критериям, которые в целом дальше нужно будет в ней учесть. В общем, давайте начнем. Собственно, мы на первый же слайд выложили все основные критерии, на которые мы смотрим при отборе наших сделок. Тут нет какой-то на самом деле сильной приоритизации или правильного там, порядка, что, что идет в первую очередь, что в вторую и в третью. В принципе, это плюс-минус. Все равнозначно важно, но это позволяет взглянуть на каждый кейс с разных сторон. Собственно, мы смотрим на то, какую проблему решает тот или иной продукт, какие там технологии, рынок, конкуренция и так далее. О каждом сейчас будем говорить чуть подробнее. Этот слайд, как такой слайд-шпаргалка, как раз вам, наверное, больше всего пригодится, чтобы ничего не забыть, не обо, обо всем подумать, когда вы будете готовить эту презентацию, ну или, в принципе, не знаю, в дальнейшей какой-то работе со стартапами. Некоторые вещи менее применимы к каким-то идеям, которые зарождаются с нуля, когда еще компании нет, там какого-то трекшна у нее нет. Некоторые идеи применимы ко всем типам компании, ко всем стадиям. Поэтому давайте пройдемся по ним поподробнее. А, собственно, во-первых, сначала стартап должен, в принципе, компания, на которую вы смотрите, должна а, доказать вам, ну и вы должны внутри себя быть уверены, что проблема, которую она решает, а, действительно есть, она не искусственно придумана этой компанией, это какая-то насущная потребность, которая, соответственно, дальше за собой повлечет то, что на это должен быть определенный рынок. Соответственно, я, может быть, прокликаю некоторые слайды, потому что они были заготовлены под конкретные прям кейсы от нашего третьего участника. Просто ну, я расскажу о проблеме и вообще об этой логике своими словами, потому что у него были свои определенные заготовки, о которых я не знаю. Вот. Но в целом, допустим, маскарад, который здесь приведен, это прекрасный пример того, как этот же кейс был развернут в обратную сторону. То есть, по большому счету, как таковой какой-то рыночной потребности и проблемы на тот момент не было, но само появление этих фильтров, что со стороны Snapchat, что со стороны маскарада, в принципе, создало для нее, создало как бы у пользователей потребность э, иметь такое в своем телефоне, в своих социальных сетях. Это стало модно, круто. И, соответственно, взвинтило там за несколько месяцев э, оценку маскарада и далее привело к его покупке Facebook, как один из примеров. Технология, собственно, также примерно это, точнее, часть, связанная с проблемой вообще с самим продуктом. Технология должна быть, помимо того, что на этапе отбора проектов, безусловно, проверяется то, что она действительно работает, помимо того, что пишут там фаундеры в презентациях, рассказывают устно, что действительно все так и есть. Реальность и э, алгоритм выдают то, о чем они заявляют. Самое главное, точно также также должна быть востребована. То есть, в принципе, на самом деле, что технология, что сам, сам продукт, который ее решает, в принципе, от, должны отвечать все на тот же вопрос о востребованности. Тут как раз Арман приводил кейс Джуссера. Если я правильно помню, что там было, то есть там э, была соковыжималка Оль, ты в курсе про Джуссера? Давай ты просто коротко про него скажи. Да, собственно, был проект. Это такая инновационная соковыжималка. Ну, то есть, по сути, основное, основная функция – это просто приготовить сок. Да, там, из фруктов или из овощей. Вот. Но она была очень накручена всякими фишками. То есть, там, видимо, из телефона можно было управлять. И там, наверное, какая-то подсветка. В общем, очень такой модный девайс для, скажем так, умного дома. И вот на волне зарождения всей этой темы как раз, там... 2010-е года, и это было очень популярно. Вот, соответственно, этот проект взлетел, привлек внимание очень большого количества венчурных инвесторов, но ну, и в целом такой хайповый, скажем, тогда был. Вот, и привлек очень много средств. Соответственно, там один из лид инвесторов был Google Ventures, венчурный фонд Гугла. Вот, ну, и как мы видим, цифры реально там масштабные, 120 миллионов. Вот, соответственно, продукт начал выпускаться спустя там, ну, с небольшим лагом, понятно, надо было раскатать производство, да, там протестировать рынки в 2016 году. Кликни, пожалуйста. Вот, ну, собственно, да, тут описаны все основные функции, и стоимость этой соковыжималки была 700 долларов, ну, то есть как бы не самый бюджетный вариант. А, вот, ну, и в конечном итоге, там, по-моему, следующий слайдик был. Uh, да, скажем так, uh, этот проект просто оказался свернут, потому что он uh, не нашел спроса. Вот, просто оказалась такая совсем невыгодная венчурная инвестиция, но которая, по сути, там взорвала часть рынка, привлекла к себе большое внимание. Вот, но такое бывает, и это особенность в целом венчурного мира, это в порядке вещей. Расскажешь дальше про это, про Да. Вот, соответственно, продолжая тему технологий, иногда возникает такой вопрос, а нужны ли они действительно на самом деле? Потому что иногда смотришь на некоторые проекты, особенно российские, да, венчурные, и кажется, что в них ничего такого инновационного, невероятно нового, прорывного нет. Ну вот, например, там Headhunter, да, Delivery Club, все знают, Кинопоезд. Кажется, что каких-то супернаучных там, подтекстов да, за этим не стоит. Вот, и в, в то же время эти проекты все равно привлекают э, большие средства, они на слуху много лет, они расширяют аудиторию, клиентскую базу, успешно монетизируются, запускают даже новые вертикали и могут выходить на IPO, как вот, например, Headhunter, да, здесь упомянутый. Вот, бывают чуть более продвинутые, естественно, технологии, там, конечно, ну, в общем и целом, да, при прочих равных больше требуется инвестиций, более такой длительный анализ, тестирование технологий, вот, но, тем не менее, это уже такая другая сторона, ну, здесь приведенные примеры, Тугис, Яндекс, то есть это видно, да, больше такие технологичные крупные компании с… Довольно долгой историей, долг, долгим трекшеном, большой клиентской базой. Вот. А, да. Следующий критерий, на который мы часто смотрим в, своих, в своем анализе, ну и в целом на который ориентируются многие венчурные фонды, это объем рынка. А, чтобы вообще понять, будем ли мы инвестировать в проект, нам надо понять, сколько он потенциально в будущем нам может принести средств при выходе, да, и, соответственно, прямая параллель, какой объем рынка здесь есть. Бывают естественно рынки масштабные, да, там, например, в фудтех понятно, что все едят, все этим пользуются, особенно в крупных городах, где там очень быстрый ритм жизни. Соответственно, тут очень много разных стартапов появляется, и рынок достаточно сильно может быть фрагментирован. И тем не менее у каждого стартапа может быть своя успешная история. Бывает узкий рынок, там, где уже не так все успешно может развиваться, и, как правило, венчурные фонды, наверное наверное, в такие истории особо активно не вкладываются потому что ну просто не найдут здесь успешного выхода мы здесь привели пример что например узкий рынок да это интернет магазин экипировки для велосипедов который... да к нам действительно приходил такой проект а, то есть ну, магазин действительно может быть успешным, с отличным трекшеном и может быть замечательная команда, замечательная продукция, но мы понимаем, что здесь мы упремся очень скоро в какой-то потолок и просто застрянем с этим проектом. Вряд ли там какой-то крупный стратег его захочет себе покупать и вряд ли он там взлетит да, и выйдет на IPO. Вот. Но, соответственно, здесь мы прикинули а, на примере, ну это такая довольно общая методология, которая используется, и которую мы тоже используем в своих материалах и в анализе, как мы считаем в целом рынок. То есть есть такая категоризация там, сам, сом. На самом деле есть еще более общий уровень. Это такой огромный круг, который включает в себя все остальные. Это но ну, это потенциально вообще весь, весь рынок. Можно там, сказать, что это все население планеты. Да? Вот. Ну, наверное, проще начинать с там, как общий объем целевого рынка, там, не принимая во внимание разные факторы. Соответственно, в примере нашем это процент населения, который владеет велосипедами, у вот, которых есть, которые любят кататься, либо которые профессионально занимаются. А, то есть мы умножаем население России на 5% да, там по разным, например, источникам. И на средний чек в магазине и прикидываем, что рынок составляет в целом весь для тех, кто катается на велосипеде, 14 миллиардов рублей. Дальше мы спускаемся на уровень ниже и выдвигаем новый критерий, по которому будем оценивать рынок. Соответственно, сколько людей профессионально занимается велоспортом, потому что этот магазин он адаптирован как раз под, под таких. Соответственно, понятно, что катаются многие, но тот, кто занимается профессионально в меньшинстве, да, кто там ездит, не знаю, на Ironman и прочие марафоны, вот, соответственно, там по разным источникам, допустим, 2% прикидываем. Мы предыдущую цифру просто умножаем на 2% и спускаемся на этот уровень и понимаем, что рынок уже намного уже, он составляет 280 миллионов рублей. И, соответственно, спускаемся уже непосредственно к нашему целевому рынку, который как раз применим для конкретного кейса. Соответственно, предполагаем, что компания со всеми ее производственными мощностями, со всем поднятым финансированием может занять долю только 10%. Ну и просто там, перемножаем, получаем, что весь достижимый рынок для нее ну, там, на горизонте, там, не знаю, может, 4-5 лет примерно 28 миллионов рублей составляет. Ну, конечно, это не та цифра, которую хочет видеть венчурный инвестор в своих расчетах. Вот. А, так, как будем? Ну, если ты готов, давай продолжать. Да? Потом да. я просто перейдем на то, что должен был я. я конца... Соответственно, следующий критерий, ну, тесно связанный тоже с рынком, это конкурентный анализ. Во-первых, тут можно разбить на тоже три таких уровня. Это преимущество нашей технологии. То есть ну, оно вообще существует, оно как-то отличается от прочих аналогов игроков на рынке или в целом довольно базовая история. А насколько это преимущество сильное, насколько оно устойчивое, насколько долго оно может сохранять свое такое превалирующее положение да, на рынке, и самое главное, позволит ли оно вырасти, потенциально увеличить там, тоже объемы производства. И с этим очень тесно связаны барьеры входа на рынок, потому что если действительно у нас есть какая-то прорывная там, запатентованная технология, которую очень долго, допустим, научная команда разрабатывала, да, ну, что-то в медтеке, например, соответственно это... Ну, поднимает такие барьеры и не дает конкурентам очень быстро завоевать ту же нишу. А следующий критерий это устойчивость. Ну, это как бы связано да, с барьерами то есть, насколько сложно скопировать э, это преимущество и насколько быстро вообще возможно это сделать. Потому что ну, время для стартапа и для венчурного инвестора -in это ну, деньги, как и для всех. Вот, и, соответственно, конкурентный анализ это в целом ну, подводит итог да, тому, что я сказала: то есть обычно изучаются как прямые, так и косвенные конкуренты. Чуть дальше скажу, в чем между ними разница. И готовится табличка, и по разным критериям, в принципе, сравнивается. Вот. Наверное, имеет смысл дальше пойти. Да, кстати, есть какие-то промежуточные вопросы возникают. Да, вот тоже хотела хотела В принципе, добавить. у нас примерно спланировано так, что у нас останется минут 20-30 на все вопросы подряд, но если какие-то прям точные, по слайдам, поднимайте руки, задавайте. Да. Соответственно, конкурентный анализ. Иногда стартап заявляет, что у него… Извините, да. Самое интересное по, по объему было. Как вы делаете предположение, что допустим, 2% будет интересованы? Да, это, это очень хороший вопрос. А, просто это а, ну, какая-то корректировка в там, предположении, просто может существенно уменьшить. Ну да, я с тобой полностью согласна, когда речь идет о больших объемах, иногда там доли процента решают, но в целом это нужно не для того, чтобы прийти к какой-то однозначной цифре, да, там выверенной до последнего знака, а просто чтобы прикинуть масштаб истории. И обычно ты в этих там. Расчетах опираешься, ну либо на какой-то common sense свой, да, либо ты дополнительно ищешь статистику, какие-то отчеты по конкретным рынкам, а, потому что, ну как правило, там, ну какой бы сегмент ни взять, наверное, для каждого есть отчет по российскому рынку, где там понятно, сколько процентов населения вовлечено в пользование той или иной услугой и продуктом. Ну и ссылаемся, соответственно, на эти отчеты, чтобы обосновать свой подход. Иногда бывает, что очень разнится информация. Вот. Но на самом деле как бы, для общей картины это не так важно, потому что это как бы не отчет оценщика, да, скажем так, квалифицированного, где все супер должно быть выверено, вот, это больше для понимания нашего команды и LP наших. Ну, так, просто, на самом деле все плюс-минус делают одинаковые, даже не знаю, консультанты, аудит, ну, в большей степени консалтеры, делают все то же самое, просто у них вот если в формуле стоит, не знаю, 10 каких-то знаменателей, то под каждой из 10 нужен там на пару страничек отчет, почему они выбрали именно это. Вот, мы чаще прикидываем больше на коленки, чтобы понять, это рынок, не знаю, 500 миллионов долларов или там 5 миллиардов. Вот, но ошибка, если он будет 750 у нас, нам не очень принципиально. Поэтому мы это делаем чуть более упрощенном формате. Но вопрос очень хороший, его часто задают на отборах на стажировке, на позиции, на фонды, в том числе. Соответственно, идем дальше. Да? Многие стартапы заявляют, что мы единственные, мы неповторимы, у нас нет конкурентов, и вообще нас невозможно скопировать, поэтому мы как бы самое Лакомая инвестиция для инвесторов это, конечно, такой преувеличенный подход, потому что если прямых конкурентов даже нет, то потенциально есть косвенные. Если же нет и косвенных, то по идее, по логике, да, и спроса нет на этот товар или услугу, соответственно, тут и рынка нет. Поэтому что-то здесь логически не вяжется. Здесь приведен пример, да, например, прямые конкуренты, понятно, да, они делают то же самое, скажем так, взаимозаменяемое, ну, там, Яндекс и Google. Нам надо что-то найти, мы можем как в один поисковик обратиться, так и в другой, тут уже в зависимости от предпочтений, да, каждого. Есть косвенные конкуренты, например, просмотр фильмов, можно из разных каналов это все искать, можно там купить под подписку на Иви, можно пойти на торрент скачать, можно сходить в кино, можно зайти в магазин DVD, и потенциально они решают все одну и ту же проблему, но на самом деле там по бизнес-модели, по монетизации это абсолютно разные компании, абсолютно разные стартапы, но тем не менее они все равно делят между собой рынок. Вот. И тут у нас такой трики вопрос. Как вы думаете, кто является основным конкурентом Netflix? По их мнению, все. Да. Well, so, 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 so. Ну да, значит, вы следите It's за историей компании. So, 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 so. <laughs> да, действительно, это было в Твиттере опубликовано. Вот. Но я думаю, все прекрасно понимаем, что, наверное, это ближайший конкурент у Netflix. А иногда даже не конкурент. Соответственно по рынку, по конкурентам здесь все. Наверное, нет смысла там закапываться в какие-то детали. Общая картинка понятна. Хотели осветить тоже бизнес-модель и юнит-экономику. Потому что это тоже очень важный уже такой более детальный источник для анализа данных. Соответственно... Ну, юнит-экономика то, что у всех стартаперов всегда на ну, старт, прям. Юнит-экономика, юнит-экономика, юнит-экономика. И, соответственно, вот там да. те аббревиатуры, которые будут дальше, это прям Самое распространенное, что случается всегда во всех первых встречах, диалогах. Ну да, очень часто оперируют понятиями: там LTV как, и если ты не понимаешь, что это такое, ну надо сначала разобраться, чтобы вообще понимать успешность uh, трекшена. Ну, про трекшн я тоже дальше расскажу. Вот, соответственно. Uh, если глобально подходить да есть бизнес-модель это тоже общая картинка которая помогает нам ответить на вопрос как зарабатывает компания как она производит свою продукцию кто участвует во всей цепочке там во всем производственном процессе куда дальше распределяются товары как выглядит логистическая цепочка там на каком этапе она зарабатывает от кого получает средства вот это все, знаете, все вопросы отвечает бизнес-модель. А юнит-экономика это в целом тоже отражение бизнес-модели, только когда мы спускаемся на уровень единицы, на там, уровень, например, одного клиента. И а, как раз тут мы отвечаем на вопрос, зарабатывает ли компания деньги на одном пользователе. Вот. Ну и, соответственно, тут тоже понятно, что для ответа на этот вопрос надо поставить перед собой два следующих. Сколько компания тратит на привлечение пользователей, соответственно, сколько она на них зарабатывает. Это поможет понять вообще окупаемость вложений и понять э, успешность вообще нашей бизнес-модели. И на самом деле, э, кажется, зачем так детально да, спускаться, если правда там у венчурных инвесторов нет времени, и у стартапов тоже нет времени. На самом деле, вот ну, такой обычный классический пример. Вот вы смотрите, например, на три формы отчетности компаний, и вроде бы на всех там общих цифрах, на всех уровнях там прибыли, маржинальности все хорошо, положительное, положительный кэшфлоу маржинальность хорошая но на самом деле из-за того что мы как бы опускаемся на уровень каждого пользователя какие-то группы клиентов могут нам портить картину и в общей массе это незаметно но они как бы такой якорь который тянут вниз и потенциально забирают у нас какую-то альтернативную выгоду поэтому очень важно разложить бизнес вот на вот эти вот юниты и каждый из них уже посмотреть такой сделать как бы факторный анализ. Да. Вот здесь написано на предыдущем программе. Юнит экономика отвечает на простой вопрос. Зарабатывает ли компания деньги на одном пользу? Да. Не совсем понял формулировку. То есть, ну, то есть... То есть на нет, именно получает ли она с этого какую-то выгоду. То есть, -то да, 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 да. Но я там дальше буду показывать пример. В принципе, на цифрах это будет да. понятно. Давай вернемся, если... Есть, ну, просто, опять же, да, юнит экономика, если, если компания, стартап, только начинает развиваться, то привлечение нового клиента ну, как бы, легко сделать. Да, вот появился кинопоиск, предположим, да, он вот, там э, привлек первых клиентов, Они легко зашли. Следующий, и чем больше рынок, тем сложнее привлечь э, каждого нового клиента. Поэтому mm -hmm. это же не фиксированная. Нет, вообще а, не фиксированное. Это динамично, то, абсолютно. Там, там, можно... Конечно, конечно, да. Но на самом деле тут все зависит от ниши то есть э, и от самого. Продукт. А вот, кстати, и Арман, наш коллега. Соответственно, соответственно, иногда, ну если это какая-то простая технология и очень большой спрос, то, наверное, просто привлечь пользователей и протестировать да, спрос. Но иногда, если это что-то новое, и в целом рынок об этом не знает, наоборот, надо работать в минус, чтобы тестировать разный подход к пользователям и их привлекать. Вот, поэтому это действительно очень динамичная история, и дальше будет понятно, почему. А, ну, тут перечисленные преимущества я, наверное, не буду так прям заострять внимание. Но в целом это помогает более детально разобраться а, и более качественно спланировать свою и маркетинговую стратегию, и установить цены на продукцию, на, на продукцию, на услуги, и понять, как вообще взаимодействовать со своей клиентской базой, и там, оценить потребность финансирования, и в целом там, смоделировать модели ну, развития своего бизнес бизнеса. А, соответственно… Это когортный анализ, это один из терминов юнит-экономики, который тоже очень часто используется, и мы во всех своих, в принципе, материалах его проводим, если у нас есть там данные от стартапа, либо хотя бы какие-то сырые данные. А основная идея — это как раз разбить клиентов на группы абсолютно по разным критериям, то есть это мы для себя сами определяем, что мы хотим посмотреть и отследить их динамику. Соответственно, можно разделить по временному периоду, там, например, посмотреть, как ведут себя клиенты, которые пришли зимой, в сравнении с теми, которые пришли летом. Можно разделить там, по географии, да? допустим, мы работаем на зарубежном и на российском рынке, можно понять там, культуру потребления разных рынков, можно разделить, не знаю, по чеку, например, есть там премиальная подписка, есть базовая, есть вообще клиенты, которые, там, допустим, пользуются бесплатным тарифом. И, соответственно, смотреть поведение каждого, в зависимости от этого, планировать сво свою дальнейшую тактику. Вот. Здесь приведена как раз табличка, как выглядит когортный анализ. А, то есть вертикальная, да, верти, вертикальный столбец, где перечислены даты — — это каждая когорта. То есть это дата прихода новой группы пользователей. Да, то есть мы видим, например, там 25 января к нам больше тысячи пришло человек, и дальше по горизонтали мы уже смотрим, как менялось их количество изо дня в день. Да? То есть, например, в первый день из-за этой всей массы осталось там, ну, чуть меньше там, ну, около 30, да, скажем, процентов, потом этот показатель падал. То есть это говорит о том, что постепенно отваливается количество клиентов, и тут важно понимать, почему это происходит. Ну, и тестировать, соответственно, в связи с этим там свои какие-то гипотезы. И вот тоже два важных понятия, которые на этом этапе возникают, это retention. Это как раз там, если так общо подойти, это процент остающихся клиентов да, на всем временном, Горизонте. И, соответственно, черный рейд это отвал клиентов, ну, то есть обратная величина. Там условно, да, если мы посмотрим на первую когорту 25 января, да, которая к нам пришла. А на третий день осталось 18,7 да, пользователей. То есть retention как раз по этой когорте 18,7. ну, а, соответственно, черный рейд он там, достаточно значительный. Uh, уже там ближе к 90. И здесь на самом деле нет каких-то таких прям базовых, очень правильных uh, цифр, на которые там можно сориентироваться, посмотреть, увидеть, что условно, если на второй месяц там у нас отвал клиентов меньше 20%, значит, все здорово. Тут надо непосредственно смотреть, какой у вас бизнес, какая модель, какая индустрия, какая страна и вообще какая стадия. Потому что, может быть, ты действительно ну, что-то тестируешь и целенаправленно входишь в убыток, хочешь протестировать какую-то группу пользователей, по которой понимаешь, что вряд ли добьешь, добьешься успеха, но там, для общего понимания рынка тебе важно понимать их поведение. Так, здесь как раз вот как и LTV, это тоже такие аббревиатуры, которые часто встречаются в переговорах, в анализе. Соответственно, что такое как? Это сумма всех маркетинговых затрат э, и всех, в принципе, затрат, которые мы э, отправили на продажи, на привлечение клиентов, деленное на количество новых привлеченных клиентов. И очень важно, чтобы вот, и числитель и знаменатель, да, чтобы они находились в одном временном диапазоне. То есть, если мы хотим там за год посчитать по группе клиентов как, мы должны посмотреть, сколько новых клиентов пришло именно за год, и именно годовые наши затраты на их привлечение учитывать в числителе, чтобы все было сопоставимо. Это, соответственно, затратная да, часть. Обратная сторона вопроса ⁇ это доходная часть, когда мы смотрим сколько нам приносит один пользователь, умножаем это на gross margin, ну, то есть вычитаем какие-то, да, прямо ассоциированные расходы с ним, то есть, ну, там, грубо, да, предположить, если это фудтех, то здесь в числителе будет стоять стоимость, там, ну, средний чек, да, который нам каждый клиент приносит, за вычетом расходов на доставку, да, например, на сбор заказа. Вот это такие прямые расходы, которые там можно к себестоимости да, отнести. И, соответственно, в знаменателе как раз учитывается черный рейд. И таким образом мы можем ну, посчитать, сколько нам приносит конкретный клиент за весь период нахождения с нами. Вот. То есть самое главное понимать, что LTV это вот реально за всю жизнь существования клиента, вот, потому что он там может полгода быть с вами, потом перейти, может быть, что он остается несколько лет, вот. Ну и соответственно, поделив одно на другое, мы получаем как раз-таки нашу окупаемость. А, здесь вот буллетами да, перечислены довольно тоже общие такие подходы. Это не всегда истина, и тоже все зависит от стартапа, от индустрии. Но в целом, да, очевидно, что если меньше единицы это соотношение, то мы больше тратим на привлечение, чем получаем. Мы работаем вообще в минус, в убыток в целом, да, на протяжении всего горизонта бизнеса. А если там больше трех показателей, это, в принципе, уже хорошо. Вот, то есть ну, это там, не идеально, но значит мы вышли в плюс, мы вырвались из этой, скажем так, долины смерти, да, когда мы завоевываем рынок и наши клиенты. И, наверное, есть потенциал дальнейшего роста. То есть надо уже либо там, сокращать наши расходы, либо поднимать там, средний чек, либо повышать периодичность обращения к нам клиентов. В общем, чтобы это соотношение работало в нашу пользу. А, больше 5, ну, вообще абсолютно разные могут быть цифры, там больше 20, больше 50. А, это там уже все характерно для таких активных прорывных компаний. Но иногда это может быть свидетельством того, что мы слишком мало тратим на маркетинг, и с нами там остаются какие-то клиенты. А, но, тем не менее, если бы мы тратили больше, то в будущем мы могли бы выйти еще в больше плюс. вот. И, как правило, там можно построить такой график, да, где наглядно будет видно, как у нас по годам меняется это соотношение и сколько составляет как и LTV с каждым годом. Вот. В идеале, конечно, стремиться к тому, чтобы с течением времени затраты на привлечение каждого пользователя снижались, а LTV увеличивалось. Да, и вот здесь как раз пример, да, возвращаясь тоже к вопросу, чтобы более наглядно и понятно было. Давайте рассмотрим магазин, который осуществляет доставку наборов для ну, товаров для домашних животных. То есть э, обычная модель подписки, мы можем формировать для себя там, определенную корзину и с определенной периодичностью ее получать домой. Предположим, что стоимость да, там, за один набор она составляет 43 доллара себестоимость прямая одного заказа 21 доллар что здесь можно а, отнести к себестоимости это допустим а, там, ну какие-то коробки да, корма которые к нам приезжают на которые мы тратим средства чтобы в целом это все произвести там игрушки да например а, следующий следующий расход который тоже очень важен а, – Сюда включить это расходы на доставку и на упаковку, потому что это тоже прямо связано с каждым набором, это никак нельзя выкинуть, это будет всегда, поэтому это нужно учитывать. 7 долларов составляют. Ну, соответственно, периодичность, да, количество заказов на одного покупателя 2. И предположение здесь, что после первого года покупатель перестает вообще там пользоваться нашим сервисом по абсолютно разным причинам. Вот это там не обязательно плохо, не, не обязательно хорошо, просто вот как такая предпосылка абстрактная. Соответственно, там можно э, здесь уже понять, что LTV оно будет считаться в пределах года и дальше уже отваливается этот пользователь. А, и вторая сторона – это как раз уже расходы на маркетинг и продажи, которые мы несем в течение года в целом, да, это там 7 500 тысяч и количество новых клиентов, которые к нам пришло за год. Вот, соответственно. Исходя из этих двух цифр, мы можем посчитать, как на одного клиента мы просто делим 7500 на 1000 и получаем, что 7,5 долларов мы тратим на одного клиента, который действительно до нас дошел и принес нам деньги. То есть это именно покупатель. LTV здесь считается как, начинаем там с верхнего уровня, да, то есть 43 доллара стоимость набора, минус себестоимость, минус доставка и умножаем на 2, потому что это происходит два раза в год. Приходим к цифре 30. Вот, соответственно, там, третья строчка, да, можно посмотреть, что LTV как соотношение составляет 4. Ну, то есть в целом, да, вроде кажется, что хорошая рабочая бизнес-модель, мы окупаем там все свои косты, все маркетинговые затраты, и можно так дальше продолжать существовать. Вот. Но на самом деле это очень-очень упрощенный подход. Это просто мы привели, чтобы вы на цифрах могли разложить а, и посчитать конкретно эти два показателя. Но тут за ними часто стоят еще ну, те же самые когорты. Да? То есть неправильно брать а, там, всех новых клиентов за целый год. Можно там, по месяцам разделить, по кварталам. Вот, здесь там не учтены прочие затраты, которые бизнес очень часто несет, особенно если это какой-то технологичный бизнес, то есть, например, экваринг да, это очень весомая часть, конверсия, то есть конверсия это сколько к нам из всех посетителей сайта приходит именно уже как покупатель. Вот. Ну и точное количество повторных заказов, потому что здесь оно взято как в общей массе, да, но если мы разобьем на когорты, может быть, какие-то группы пользователей нам приносят uh, ну, приходят к нам при 5 раз в год. Соответственно, они уже более прибыльные и лучше работать с ними. Uh, вот. Ну, тут, в принципе, ссылка приведена на видео, очень там подробно разбирается на YouTube. Кому интересно, можете посмотреть. Там прям калькулятор юнит экономики, которым очень удобно и интересно пользоваться. И последний, наверное, слайд на сегодня. Передаю слово своим коллегам. Это трекшн. То есть когда мы обсудили бизнес-модель и юнит-экономику, и прошло какое-то время существования стартапа, можно оценить его, как говорят, трекшн. Ну, наверное, вы все прекрасно понимаете, да, перевод, что это сила тяги, да, как бы сцепление. Соответственно, здесь можно понять, насколько бизнес-модель и рынок вообще сметчились между собой, и насколько стартап вообще ну, как бы выиграл, да, и там, превзошел, допустим, своих конкурентов. Естественно, это надо отслеживать там на хотя бы годовом, двухгодовом горизонте, пока все будет протестировано, будут какие-то, конечно, провалы в большинстве случаев, вот, но когда будет видна такая общая динамика. Вот, и здесь трекшн как бы разделяется на две группы показателей. Можно по финансовым оценить его, то есть это банально со со самый подход, да, посмотреть на выручку, на ее динамику, на структуру, на темпы роста. Для стартапа, наверное, там более правильно смотреть на месячные темпы роста, потому что это молодая компания, у нее не такой длительный период существования и как бы чем больше мы сужаем наш анализ, тем лучше понимание в целом ее развития. Вот. Это маржинальность на разном уровне, то есть начиная от gross margin и заканчивая там, чистой прибылью. Да? Затраты, понесенные на маркетинг, ну и в целом прочие там, различные финансовые показатели, которые вы для себя отмечаете. И ниже здесь как раз приведен график Фейсбука, график выручки. А, как правило, если компания называет себя стартапом, в своей стратегии она прогнозирует, что он будет резко взлетать вверх, потому что, ну, это что-то новое, прорывное, на что будет всегда спрос, и он будет увеличиваться. Вот, соответственно, если там видите какой-то пиджак и там все довольно флэт это вряд ли стартап, либо какой-то неамбициозный получается стартап. А, ну как мы понимаем, там у Фейсбука все достаточно активно начало вот так вот расти в гору и полноценно можно сказать, что выросла такая большая компания И есть конечно другая сторона вопроса это операционные показатели то есть например это количество проданных товаров и услуг самое такое очевидное да на что можно посмотреть. Это динамика конверсии, да, то есть, например, в первый год существования к нам приходило всего 5% от всех, кто заходил к нам на сайт. Во второй год мы стали более известными, и, допустим, наша конверсия выросла до 7%. Это тоже очень важный показатель, на который надо ориентироваться. Темп просто аудитории и так далее. То есть тоже можно не ограничиваться, очень много выделять, но самые такие, наверное, классические вот перечислены здесь. Наверное, да, передаю Саше слово. Да, давайте я перехвачу. Собственно, следующий наш параметр — это команда. Он далеко не первым оказался, но на самом деле, как я с самого начала говорил, все эти параметры, которые мы описываем, на которые мы смотрим, не приоритизированы. Потому что команда, наверное, одно из самых важных. И, вероятно, наш управляющий партнер, который читал первую лекцию, она вам сказала, что она в первую очередь смотрит именно на команду. Потому что если в каком-то более зрелом бизнесе, не знаю, если вы инвестируете там нефтеперерабатывающий завод, то, в принципе, может быть, даже важнее, какое там стоит оборудование и кто там употребители. Но когда вы готовы, то есть в том случае брать управление в свои руки, менять SEO, менять там операционную команду и все такое, но в венчуре венчурный фонд не готов лезть в управление, не готов, соответственно, что-то советовать прямо активно, настаивать на том, что нужно делать, и поэтому очень, главное, очень, очень важно, чтобы фаундеры были, во-первых, супермотивированы, во-вторых, умные, чтобы у фонда была вера. А? Да, сори. Что происходит, если команда, когда решение принято уже в той команде, которая была до этого, то есть вы уже решили инвестировать в этот фонд, ну, в эту компанию, и все договоры подписаны, а потом кто-то уходит, например, или с или какая-то важная очень фигура, и забирают всех почти самых перспективных людей, или многие просто уходят, то команда... зачем смотреть на команду, которая настолько мобильна? Это же, не, это же стартап, это же не бизнес, который 20 лет работает, и люди там по 10 лет. Ну вот как раз на самом деле кажется, что... Что, наоборот, более мобильны те, кто 10 лет, потому что они встали, ушли, пошли на соседнее место работы, их ничего не держит. А когда это твое, это гораздо ближе. Но с точки зрения нашей, нашей защиты от этого, потому что, естественно, всегда мы очень переживаем по этому поводу, что завтра фаундер уйдет, и мы останемся просто с какой-то технологией, про которую мы, в принципе, мало что знаем. Ну, знаем только по его рассказам в основном. Поэтому на этапе подготовки сделки В документации по сделке Чаще всего прописывается его ограничение На занятие любой конкурирующей деятельностью И то есть, если такое реально происходит С ним приходится идти, идти в суд И доказывать, что теперь он нам Либо должен денег за это, если мы так договорились Что у него штраф конкретно за то, что он ушел И, не знаю, пошел работать по найму Либо создал конкурирующую структуру Либо мы в судебном порядке доказываем Наши потери, которые у нас были ну, В общем, это называется lock-up или lock-in когда мы фаундера заставляем какое-то количество времени, например, там стандарт, мне кажется, в России, например, три года. Три года после сделки он обязательно должен отработать в этой компании. Он и ключевые лица этой компании. То, как это нарушается, потом за ними бегает, там судится, находит, но это уже более такой сложный вопрос, насколько это исполнимо. Но в общем и целом мы стараемся обезопасивать себя именно так. Она тут, Мария там сзади сидит, она вот будет, когда про юридическую сторону всех этих сделок читать, она, наверное, более подробно углубится в то, как заставить э, фаундеров никуда, да, никуда не убегать. Вот, так что про команду еще раз. То есть мы вообще венчур это про, про то, что про веру в людей даже иногда больше, чем технологии и продукт, про то, что именно эти чуваки могут сделать реально классную, там, большую компанию, быстро ее вырастить. И поэтому это вообще ключевая вещь. Дальше также важно, когда эта компания пришла к вам не первому, а, например, вы уже второй, третий инвестор, очень часто ä, бывает важным, ну, важным фактором, который чаще всего склоняет чашу весов в одну или другую сторону, кто уже в нее проинвестировал. Маск тут приведен как пример того, что если человек сидит там в Тесле, в SpaceX и в других его там Hyperloop и прочих проектах. Вот, например, уже вот в эти третий, четвертые очень многие люди приходят просто потому, что Маск туда проинвестировал. Если Маск там, значит, по-любому это должно полететь. Вот. И также это иногда играть в обратную сторону, когда приходит какой-то не очень хороший инвестор, потом на него начинается у следующих инвесторов аллергия. Они говорят, о, вот мы, вот мы пошли, если бы не он. Вот. Да, репутация решает, конечно. И не только здесь. Вот. Нужна, безусловно, стратегия, то есть на этапе принятия решения фонд должен понимать вообще, куда компания движется. Очень часто видно, что классная команда, ребята все понимают, знают, но есть полный сумбур в плане того, что делать через год, через два, через три, даже если сейчас, если сейчас в моменте все идет неплохо. Поэтому мы хотим видеть и с точки зрения продуктовой, маркетинговой. Тут не полный перечень перечислен. Хотя говоря, о стратегии всегда нужно все делать максимально все но тем не менее мы смотрим на разных в разных разрезах наиболее ключевые вещи для нас в общем и целом нам нужно видеть, что у него есть план, по которому мы будем дальше идти. Когда мы уже попадаем внутрь, мы совместно это как-то корректируем, и на каких-то реперных точках соответственно смотрим, как он выполняется, что-то советуем и Ему помогаем, потому что, вообще, в общем и целом, политика венчурных фондов такова, что поскольку в портфеле там обычно по 20 компаний, никто не хочет в каждую конкретную ходить, не знаю, еженедельно на совещание, что-то слушать, им что-то рекомендовать и так далее, это все выносится на гораздо более такой стратегический контроль, когда эти решения выносятся на фонд, как на утверждающее лицо, там раз не знаю, в месяц, в квартал, и только по самым ключевым решениям вообще требуется наше какое-то одобрение. Если, конечно, что-то не идет наперекосяк и прям не нужна наша помощь, пожалуйста, там, не знаю, найдите нам денег или какого-то клиента определенного и так далее. По поводу стратегии еще важно, в принципе, чтобы эта стратегия приводило к чему-то реально большому. То есть не очень хороши стратегии, что просто мы будем тратить больше денег на рекламу, и мы будем все больше и больше, больше зарабатывать. Ну, примерно, что-нибудь такое. Вот. То есть Uber и Tesla приведены, наверное, как примеры того, что во многом в цене, ну, сейчас уже акции ну, публичных обеих компаний, сидит, сидят и глобальные планы, которые в целом, как мне кажется, Uber и Tesla более-менее похожи, сделать, в принципе, гигантского игрока, на который удовлетворяет потребностям мобильности в комплексе. То есть, если Uber там, исключит из уравнения, да даже сейчас, в принципе, с водителем, а тем более, когда исключит из уравнения водителя, поставит все на автопилот и будет э, предоставлять просто услу услуги транспорта там, не знаю, в разных форматах, там, он demand или по подписке для огромного количества людей, они, в принципе, полностью заберут всю транспортную функцию ну, в момент, когда... Перейдет, ну, при, вероятно, произойдет переход от того, что люди ездят самостоятельно за рулем к самопилотированию. Наверняка, э, как сказать, самопилотирование будет больше в руках крупных игроков, которые будут предоставлять как услугу. Тесла, в принципе, то же самое и на самом деле во многом. Ее технологии и наработки в области автопилотов и того, вот, куда они идут в этой части, влияет на их стоимость сейчас. Дальше у нас немного про то, как Uber тратит и живет от раунда к раунду. Наверное, Арману передам слово, а потом еще к вам вернусь. Здесь коротко ну, Во-первых, всем привет, и я прошу прощения за опоздание. Меня зовут Арман. Если что, опять же, всегда поднимайте руку, любые вопросы в формате диалога можем обсуждать. Продолжая то, о чем говорил Саша, наверное, там ключевое, что мы хотели здесь сказать, что все компании, в особенности, если они растут быстро, в них верят инвесторы, и они, по сути, сами заставляют стартапы тратить больше денег вкладывать, больше денег в маркетинг, в продуктовое развитие, в экспансию, там, в захват рынка. Соответственно, у них большие убытки. Большие убытки, и вот их крайне важно контролировать и следить за точкой, когда вы, так называем, ну, по, по сути, попадаете в кэш кэп Например, там, не знаю, у Uber там, количество денег на счетах перед тем, как они вышли на IPO, там были сотни миллионов долларов, при том, что они там, в квартал могли тратить 300 миллионов долларов. Есть это означает, что вот эта вот функция в стартапе контролировать свою кэш-позицию и бы уметь быстро привлекать много денег, она там является крайне важной. Вот есть еще там классный хайповый сейчас пример. Это аналоги самоката Яндекс.Лавки за рубежом. Стартапы на этих рынках глобальные поднимают там просто сотни а то и миллиарды долларов чуть ли не каждый квартал потому что они просто сжигают действительно там сотни миллионов долларов в месяц и им постоянно нужны новые деньги и вот эта вот функция быстро привлекать много денег от классных инвесторов она является там крайне важной для стартапов пусть и на ранних этапах так и как мы видим и на уже более поздних стадиях ну вот и собственно дальше а, вот. Как я сказал, вот этот вот контроль кэш-позиции. Если вы просто вовремя не привлекли деньги, потом привлечь деньги по хорошим условиям будет уже крайне сложно. А давайте предположим, что мы договорились с компанией не знаю, о Ромашка об инвестициях, и она удовлетворяет вообще всем условиям, которые вот ребята сейчас рассказывали. И рынок большой, и команда классная, и продукт интересный, и конкуренты, и конкурентов обгоняем и так далее. И мы как бы готовы в них инвестировать всегда стоит вопрос ну допустим мы им дадим миллион долларов а какую мы долю за это получим это так по сути во сколько мы можем оценить компанию на текущем этапе а насколько знакомы методы оценки мультипликаторы и DCF, Знаю. Потоков, DCF мультипликаторы в с да все верно то есть эти два метода которые довольно стандартные которые используются там в private equity в том же и мы их тоже применяем. Но вот начать, наверное, мы хотели бы с, как мы его называем, VC-метод. Нельзя сказать, что он является единственным и правильным, но на него там ориентируются в том числе и крупнейшие инвесторы, и уж тем более акселераторы в мире. Ну вот, например, первый график слева наверху, он просто показывает как бы средние оценки на разных этапах в США. То есть мы видим, что в целом, на там, я не знаю, насколько видно, наверное, не видно, но я озвучу. На этапе СИД-средняя а, оценка, медианная оценка всех стартапов, она 10 миллионов долларов в США. И она, видите, довольно flat. То есть она была 8 в 2018 году, а сейчас она 10. То есть, грубо говоря, любой СИД стартапа, СИД это когда они запустили продукт, они там тестируют каналы привлечения, есть первые продажи любой сид стартап, если у него рынок большой, команда классный и так далее, так далее, он будет привлекать деньги примерно по 10 миллионов долларов оценки. Если мы говорим уже там про серию А, она там 27-37, вот динамика такая с течением времени. То есть тоже есть какой-то бенчмарк на рынке, по которому все компании привлекают деньги на стадии А. Ну, серия Б, она уже чуть более, там, дисперсия сильно выше, потому что уже компания на более поздней стадии, там большое количество факторов, еще большее количество факторов влияет на оценку. Ну вот, например, Y-комбинатор — это крупнейший акселератор в мире. Примерно там 25 компаний два раза в год они берут к себе на программу. И там большое количество крупнейших публичных технологических компаний сейчас там проходили их акселератор. Вот у них стандартная оценка для всех компаний. Вот какая бы компания к ним пришла, там, не знаю, ООО «Ромашка» из России, которая запустила просто прототип, или уже там более-менее стейбл, успешный бизнес, который хочет попасть в IC. Вот они и первому, и второму дадут единые условия, оценка 2 миллиона долларов. И вот вопрос, почему они так делают? Ну, простой ответ, что когда они берут компанию в акселератор, они думают, что каждую из них они могут дорастить до оценки больше, чем миллиард долларов. Каждую. И вот мы вспоминаем то, о чем вот наш управляющий партнер рассказывал в прошлый раз, что в целом как бы, нам нужно выбирать те компании, которые могут там, сделать нам десятки иксов на нашу инвестицию. Получается, здесь они говорят, окей, всем даем два, допустим, из десяти компаний пять умрет, три там как-то будут себя неплохо чувствовать, а из двух мы сделаем единорога. То есть оценка больше, чем миллиард. По сути, мы отобьем все свои инвестиции, еще и в менеджмент-команде фонда хватит на Феррари условно и так далее. То есть это некоторая такая стандартная позиция. В России есть также акселератор, называется он Free. У него тоже стандартные условия, но, как видите, они там в 4 раза хуже, чем в YC. Просто потому что российский рынок не так развит, как американский с точки зрения объема фондирования, выходов и так далее. Как это теперь применяем мы? Ну, давайте предположим, у нас есть какая-то компания. Мы смотрим на их финансовую модель видим, что они через там, три года прогнозируют ебеда там, 1 миллиард рублей. Мы сидим с командой, там, ее анализируем, корректируем модель, применяем какой-то более негативный сценарий и видим, что, ну окей, если все пойдет прям очень плохо, 500 миллионов рублей EBD они сделают. Смотрим потом на мультипликаторы аналогичных компаний. Видим там, допустим, 10x на ебиду, То есть, думаем мы про себя, мы сможем ее продать через три года за 5 миллиардов рублей. Идем дальше. То есть, если я продам ее через три года за 5, поскольку мне надо сейчас проинвестировать, чтобы оставить себе возможность вот этих вот 10 иксов на этой сделке. То есть получается, что оценка на текущем этапе может быть 500 миллионов. Понятно ли? Супер. Почему как бы мы говорим 10x, если мы уже сделали консервативную модель, довольно консервативный мультипликатор 10x, оно все равно в 10 раз сокращаем оценку? Ну, потому что слишком высокий уровень неопределенности. Да? То есть может все пойти не так. Даже для компаний в поздних стадиях, пожалуйста, смотрим на то, как, что случилось с компаниями сегмента образовательных технологий в Китае полгода назад. Если кто-то интересовался, если нет, то почитайте, это очень интересно. Вот. Это, наверное, один из, там, двух, один из трех методов, которые мы используем, наверное, практически в каждой сделке. Но вопрос там, а что если у нас нет EBD и вообще компания убыточна? Как мы тогда будем оценивать? Все то же самое, просто используем другие мультипликаторы, как, например, EV на стоимость компании на выручку, стоимость компании, не знаю, на аудиторию, к примеру. Здесь можно вспомнить какой-нибудь твиттер которые раньше не зарабатывал, но они все равно стоили там много миллиардов долларов. То есть у них их мультипликатором являлось количество активных пользователей. То есть такой мультипликатор можно на самом деле для любой индустрии придумать свой. Это может быть, как я говорю, там аудитория. Это может быть количество подписчиков. Это может быть количество транзакций и так далее, и так далее. Собственно, сравнительный подход, который я немножко упомянул в, на, предыду, на предыдущем слайде, простой пример. Вот было IPO компании «Озон» в конце прошлого года. Ходили инвестбанкиры, брокеры, Сбербанк, ВТБ, Морган Стэнли, Голдманы и так далее. И всем инвесторам на рынке предлагали бы участвовать в этом IPO. И их там основной тезис был такой. Вот смотрите, есть маркетплейсы и там e-commerce компании за рубежом. В среднем, медианно точнее, мультипликатор на их общий оборот на маркетплейсе 2x. Окей, okay, Озон это Россия, рубль, чуть более волатильная валюта, но темпы роста сильно выше, поэтому мы всем вам предлагаем войти по оценке два раза на вот так называемый GMV, это Gross Merchandise Value, по сути оборот всех товаров на маркетплейсе. И это там является реально одним из ключевых тезисов и обоснования оценки для, там, ну, как примеру, этой компании. И это тоже, опять же, можно применить для любых компаний. Тут просто проблема, на которой сталкиваемся мы и все венчурные фонды в мире, что мультипликаторы публич, в публичном доступе есть только по публичным компаниям. Ну, мы все можем зайти в Bloomberg или в любую другую систему и посмотреть, как торгуется та или иная компания. Но мы же инвестируем на ранних стадиях. Получается, У нас компании намного ниже по уровню, ну, по стадии. То есть это там CD, Series A, но никак не публичные компании. И тут всегда стоит вопрос, а как бы где найти аналогичные мультипликаторы. Но тут вот важен, не знаю, нетворк, команды, важны хорошие отношения с другими фондами, чтобы понимать, по каким мультипликаторам в целом делаются сделки на рынке. Ну, к примеру, не знаю, там знаем, что вот FoodTech, весь FoodTech, который покупал Mail.ru и Сбербанк, он там делался по одному и тому же мультипликатору. Вот мы это знаем и можем применять это, это знание по инвестициям в другой FoodTech и так далее. Uh, и, наверное, такой интересный раздел uh, про DCF. Вот сказали, что знаете, дис, в общем, дисконтированные денежные потоки. Вопрос, насколько он применим. Давайте просто из определения. Стартап — это компания, временная форма компании, когда бизнес-модель еще не определена, скажем так. То есть она может еще изменяться. В целом, Темпы роста компании крайне слабо предсказуемы, да денежные потоки слабо предсказуемы в целом. А DCF, его основной метод, это вот мы посчитали там кэшфлоу компании, просуммировали, сделали какой-то дисконт-фактор и получили оценку. Вот вопрос, а как мы для стартапа, допустим, на стадии ноль выручки, спрогнозируем его денежные потоки на пять лет? Исходя ну, из продаж, потенциальных. Да, может быть. Но так ты получишь просто объем, наверное, ты можешь получить объем рынка, на котором он работает, и сколько он теоретически может сделать выручки. Но уровень неопределенности в этом расчете, он будет там крайне высокий. А поэтому, как я вот говорю, что нужны прогнозируемые денежные потоки. Ну, давайте такой простой пример еще. Компания, не знаю, золото добывающая компания. Все, что там является неопределенным, это там, не знаю, цена на золото, какие-то регуляторные ограничения и там фас... месторождения. Если компания, не знаю, полюс золота уже там на рынке много-много лет, и у нее исторически там какой-то прогнозируемый денежный поток, ее можно спрогнозировать вперед и от... использовать метод DCF. Но для компании, которая там, не знаю, миллион долларов выручки, это сделать невозможно. Второй там дисконт-фактор, да, который мы будем применять, знаете ли Домодорана или иные источники, которые используются в корпоративных финансах? В общем, любым методом, которым вы там будете считать этот дисконт-фактор, он будет там 10, 20, 30 процентов. Но это не та доходность, которую хочет получить венчурный инвестор. Он хочет получить там 100 плюс. Ну и последнее, да, вот как я сказал, что несмотря на это, но какому-нибудь крупному IT-игроку в России, тому же Иви, который еще не публичен, то к нему кое-как еще можно применить DCF. Все-таки компания уже там с миллиардами выручки, рынок понятный, компания растет, пусть там и темпы роста там, около 100% в год-году, но тем не менее кое-как на DCF можно сделать. Ну вот простой пример, там, не знаю, Clubhouse, ну, где там нет выручки. Вот кто там делал DCF, чтобы получить оценку 4 миллиарда? Ну, то есть я к тому, что они не делали DCF они посчитали, наверное, методом, который был первый. Да, что окей, есть Twitter, там огромная аудитория, они стоят. Да? самый-самый-самый большой вопрос, и, короче, кто будет это покупать. Они будут покупать. Ну, и, или будут покупать, как, чтобы пристроить какого-то мессенджера, или это будет IPO? Почему? Почему просто покупают э, подписку на IPO? Взять, на разум. 8 mm -hmm. миллиардов долларов, Предположим, что вот эта оценка, которая там 3-4 э, на, на общий оборот, что там было, э, обосновали таким образом. Но просто проблема в том, что как раз если есть уже оборот, то нужно спрогнозировать ну, выручку в дальнейшем. Можно применить все. Кто все покупал на iPhone. Я покупал. В том числе. Смотри, я могу коротко ответить, если у нас есть еще время. вроде. Все, нормально. Короткий ответ. Простой. Вот давайте предположим. Вот озон. Вот российский рынок e-commerce, иными словами, озон может вырасти еще в 10 раз легко. Что? Только они оба вырастут в 10 раз. Ну, в смысле, у тебя есть два фактора. Первый – это общий объем рынка торговли. Второе – проникновение онлайна. Проникновение онлайна в России, если я правильно помню, там около 5% сейчас против 10-12% США и Китая. То есть здесь уже upside два раза. Плюс сам рынок будет расти сильно быстрее, чем, например, иные рынки офлайн торговли к примеру. То есть если просто посмотреть на расчет рынка, то место для топ-маркетплейсов, то есть это AliExpress, Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет, Сбер, Мегамаркет, вот им всем места хватит, чтобы еще вырасти в 10 раз. Потому что паттерны поведения будут смещаться в сторону онлайн. Если они вырастут все в 10 раз, то и сведут свою экономику, чтобы быть прибыльными, они могут это сделать на масштабе за счет там, экономии на логистике и так далее, они будут уже приносить, могут приносить какой-то кэшфлоу. И вот на этот ожидаемый кэшфлоу в будущем, там, через 3-4 года, по сути эти инвесторы рассчитывают, инвестируя по таким безумным оценкам в убыточ, сильно убыточную компанию. Не знаю, смог ли ответить на этот вопрос, но у нас просто не так много времени. Потом, если что, подойди, можем обсудить. А, вроде бы все по оценке. Есть какие-то короткие вопросы еще или мы идем дальше? Я передаю слово. Давайте. Вот вопрос такой: финансовое моделирование. А, какие нужны риски закладов компании вот для каждой строчки в оценке ну, финансового моделирования, чтобы правильно вот, вот, все рассчитать? 20% риска на каждый кост, 10%. Хороший вопрос, но не так сложно делать, закладывая на каждую строчку какой-то риск. Обычно, как мы, например, делаем, там же есть что? Частотность покупок, допустим, какой-то B2C сервис, частотность покупок, средний чек и там расходные статьи. Расходные статьи кое-как можно спрогнозировать, кроме там маркетинга, который там супер волатилен. Строчки по выручке, Обычно просто мы там у себя сильно урезаем относительно исторических показателей, просто чтобы добавить возможный эффект от конкуренции, снижение там, покупательной способности, а, или же там, снижение чека, чтобы повысить продажи для захвата рынка. Вот. То есть мы просто берем реально каждый, каждый assumption внутри финансовой модели, садимся командой и думаем, так, окей, как мы считаем, как он будет вести себя в динамике в будущем. И его таким образом корректируем. Какого-то правила типа «все, минус 20%» такого нет. То есть еще нет автоматизированной системы. Ну, я думаю, если такая система появится, то мы как бы все вместе лишимся работы, потому что тогда все будут просто автоматически считать, в какой стартап инвестировать. Тут все-таки много еще качественной оценки, а не количественной. А, да, я передаю слово Саше. Да. А с Клабхаусом, кстати, мне кажется, во многом тема, вот как с инвестором Илоном Маском, потому что там все-таки на определенном этапе зашли очень уважаемые американские инвесторы, типа Андрисон Хоровиц, и все, посмотрев, сказали, ну, эти ребята, типа, не могут ошибаться, конечно, надо инвестировать. Что касается стратегии выхода, важнейший тоже элемент, опять он тоже в самый конец у нас уехал, но на самом деле мы на него смотрим прямо в самом начале. Почему? Потому что в целом даже весь жизненный цикл фонда мы тут наложили на график, если там, ну представим, что он 8 там, или 10 лет, возьмем 8, то первые всего лишь 3 года мы инвестируем, а дальше с накладом на них остальные там 5 или 6, мы уже выходим из этих компаний. Поэтому это долгий, это очень важный процесс, на котором, собственно, определяется вся доходность фонда. Если вы хорошо вы вышли, значит, соответственно, вы заработали, вы получили кэри, и все у вас хорошо. Поэтому заблаговременное планирование – это самое важное здесь, и нужно чаще всего на этапе, когда принимается решение об инвестициях, уже планируется, а кому это можно продать. Особенно это планируется в России, потому что в России рынок довольно специфический, экзитов не так много, как за рубежом. Поэтому тем это важнее. Собственно, какие вообще могут быть экзиты? Вот первый, и почему он стоит первый, потому что он в России как раз самый распространенный, это продажа стратегическому инвестору. То есть практически большинство новостей, которые мы знаем про стартапы, кроме вот Озона, который идет на следующей строчке, это про то, что Сбербанк купил тех-то, тех-то, Mail.ru купил, тех, -то. Яндекс, который, правда, редко это делает, но тоже кого-то купил, и другие экосистемы, в основном главные стратегические инвесторы на, на этом рынке. Ну вот как пример приведена сделка, что в, там, в прошлом году, кажется, или за прошлым уже два ГИС был продан Сбербанку. Классический пример, Беринг Восток и RTP Global зашли до этого, просидели там пять лет или там четыре года и вышли. Не пример крутой сделки, потому что они заработали они, кстати говоря, они заработали. Ну, представим, я сейчас точные цифры могу не привести, но там 1.3 или 1.5X. Казалось бы, неплохо. В принципе, в полтора раза больше. Но просидев 5 лет, пересчитав на доходность в годовых, кажется уже, что не так уж и венчувая, не такая уж и хорошая сделка в целом. IPO. Про IPO, я так понимаю, у нас будет отдельная лекция, поэтому долго не буду задерживаться. Ну, в целом все понятно. Компания дорастает до того момента, когда она настолько крупная, что ее можно предлагать уже в публичный рынок. Ну и, собственно, там они и размещают свои акции. Можно выйти в другой какой-нибудь фонд, который инвестирует на более поздних стадиях, как, например, Наспорс, в принципе, инвестиционная компания южноафриканская, сконсолидировала под собой весь Авито, точно так же дав exit Беринг Востоку, который там сидел. Баринг Восток, кстати, и в Озоне сидел. И сидит, по-моему, поэтому это вообще прекрасный пример успешного венчурного инвестора. А как пример в списании в убыток, но ну, на самом деле, это не то, что прямо экзит, но просто четвертая альтернатива, которая иногда бывает. Пример Терранос. Не буду долго задерживаться, можете почитать в интернете. Известная история о медицинских этих девайсах, измеряющих что-то там в крови, делающих анализы что девушка по фамилии Холмс там до последнего всем продавала идею супертехнологичности этого всего и, в общем, прям стала живым олицетворением фразы fake it till you make it, что главное показывает, что это все возможно, неважно, есть ли что-то на самом деле. А, собственно, мы подходим к тому, что вот мы проанализировали все-все-все вот эти критерии, сделка уже близка, первым шажком к ней должен стать, чаще всего ну, в венчуре, как это происходит, term sheet. А, это такой документ, просто отражающий основные условия сделки. В основном применяется в инвестициях. В целом, наверное, он может быть в каких-то JV и еще где-то, когда стороны не хотят терять много времени на то, чтобы читать нормальную транзакционную документацию, которая там от 50 страниц, там корпоративные договоры больше. Проще на трех страницах быстро согласовать ключевые вещи. Там, размер инвестиций, в какой форме, оценка, liquidation preference и так далее. Ликпреф, кстати, очень важная специфичная тема, наверное, она тоже будет у Марии в лекции, просто обратите на внимание, применимо чисто только к венчуру, практически, ну, редко где-то встречается еще в других инвестициях, это, по сути, право инвесторов на минимальную гарантированную доходность. Поэтому в случае, например, с Беринг Востоком и RTP, которые выходили из э, 2GIS, никто не знает, сколько они реально заработали, потому что, возможно, в ликпрефе у них было написано, что они не 1,3x получают, а 2x. И в итоге за счет фаундеров, которые не получили, возможно, ничего, они все забрали себе. Поэтому это всегда очень дискуссионная тема и очень важный элемент как бы, будущих договоренностей с компанией. Вот, собственно, кажется, что мы прошли по всем основным критериям. Мы посмотрели на команду, нам она понравилась. Мы посмотрели на продукт, он действительно подходит. По сравнению с конкурентами, посчитали самое главное юнит экономику, о которой Олег говорил. Все прикинули. Самое главное, мы подписали термшит, мы согласовали вроде бы самые главные условия. Они у нас уже есть вот в этом там двух-трехстраничном документе. Можно идти вперед. Но есть еще один последний этап. Собственно, чтобы дойти до сделки и выдать компании деньги, нужно, во-первых, ее проверить две буквы DD означают due diligence, и подписать саму документацию. Due diligence, собственно, проверяет ее благос, благо, как сказать, благонадежность контрагента с точки зрения финансового налоговой, с точки зрения того, что у них все окей с корпоративной документацией, что у них есть все патент, ну, не патенты, права, по крайней мере, интеллект, на интеллектуальную собственность, собственность, которая у них есть. Также иногда смотрим коммерческую, техническую сторону. Мы для этого нанимаем консультантов, кто-то делает самостоятельно. Но, в общем и целом, нужно компанию проверить, что нам не продают кота в мешке. И подписать юридические документы, уже обязывающие. То есть это корпоративный договор, там, кредитный это может быть договор там, конвертируемый займу, еще какой-то, не так важно какой, чаще всего это уже объемные сложные документы, которые долго согласовываются. Вот на этом этапе, к сожалению, часто сделки могут умирать. <laughs> Вроде как все хорошо, но вот когда вы в новостях слышите, что, например, там, Яндекс вышел из сделки с Тиньковым, не договорился, или там, Сбербанк не договорился с Азоном, то, скорее всего, это, примерно на этом этапе и случилось. Что вроде как концептуально все ок, но когда мы полезли в детали, там может быть что-то найдено в due diligence, и одна из сторон говорит: О, так это тогда другая оценка, давай передоговариваться. Или иногда просто ничего не найдено, просто процесс затянулся, и наоборот, компания говорит, что: слушай, прошло уже полгода ну, не полгода, а три месяца. Мы тут так подросли, давай опять передоговариваться. И, в общем, это очень важный момент, очень трудоемкий, муторный, но тем не менее, который является последним шагом перед тем, как сделать инвестицию и стать, собственно, уже инвестором компании, ждать того самого выхода. Вот. Как только это проходим, все, мы внутри. Дальше то, о чем, мне кажется, уже и на первой лекции говорилось, и косвенно мы отражали на, втором, на второй, о том, что мы следим за компанией, стараемся это делать в таком стратегическом формате, не залезая слишком глубоко, но тем не менее всячески помогаем и контролируем. Последний у нас слайд про само задание. Карина, если ты хочешь что-то добавить до него, я тебе готов передать слово, или мы сначала скажем про задание, а потом ты… Окей. Okay. В идеале, что кто-нибудь хотя бы пока навел на QR-код проверить, точно ли он у нас работает, но мне кажется, он у нас работает. Вот. Что мы предлагаем сделать для тех, кто вдруг хочет на эту стажировку? подготовить презентацию на 5 слайдов по определенному стартапу, который вы сами придумаете. Как подсказку сразу скажу, что, наверное, учитывая, что мы сейчас проходились по там, конкурентной среде, рынку и так далее, наверное, не стоит придумывать что-то, что прям вообще, ну, то есть какую то нереалистичную идею. Может даже подсмотреть идею у кого-нибудь другого, не знаю, сказать, что вы хотите сделать Dark Store, как Яндекс Лавка. Просто на 5 слайдов правильно расписать, чтобы вы отразили все те критерии, которые мы обсуждали. Они не все применимы. Давайте еще раз перескочу на самый первый слайд. Да. Например, если логика вашего стартапа будет такова, что вы это создаете с нуля, там трекшена может не быть. Там каких-то посчитанных заранее financials может не быть, но тем не менее они должны быть просчит... посчитаны в прогнозе. То есть также юнит экономика должна быть тогда прогнозной. То есть какие-то вещи, которые для каких-то компаний более зрелых подходят, к вам могут не подходить, вот, потому что вы придумываете нечто с нуля. С точки зрения самого продукта, какой он должен быть, лучше, как мне кажется, при... пристроиться к чему-то более-менее верифицированному на рынке. Но, тем не менее у вас может быть шикарная идея. По которой вы как раз соберете те самые подтверждения, что и проблема актуальна, и рынок для этого есть, и рассмотрите всех возможных конкурентов на нем. И, то есть, возможно, это будет так. Вот. Да, сейчас Валь добавит. Да, и тут еще важный комментарий: что мы ожидаем, что слайды будут достаточно наполнены. То есть э, постарайтесь там максимально детально описывать, потому что критериев много. Вот, а слайдов мало, но в то же время, все равно важно отразить самое главное. То есть это должна быть презентация не для вот представления, да, а именно для чтения как такой глубокий анализ как, скажем так, короткий инвестиционный меморандум. Вот, лучшие проекты отберем. Немного, наверное, еще дособеседуем кого-то, и будем рады видеть в нашем дружном да и проинвестируем в вас. Вот, на этом спасибо всем за то, что внимательно выслушали, но задержитесь еще на минутку. У Карины есть тоже дополнительное слово. Да, меня зовут Карина Арутюнова. Я понимаю, что я уже последний спикер, и я единственный человек, который отделяет вас от кофе, от отдыха, поэтому я буду очень кратко. Вот Арман, Оля и Саша рассказали, на самом деле, про жизнь стартапа, и мне пришло в голову, что это очень похоже на жизнь человека, когда у вас есть сперва... Вы встраиваетесь в доминирующую модель, а потом вы находитесь в состоянии стартапа и в состоянии идеального шторма. Когда вы только закончили институт, тем более такой вуз, как МГИМО, наверняка у большинства из вас красные дипломы, вы пытаетесь строиться в доминирующую модель, которая процветает на рынке, когда у вас хорошее образование, хорошая семья, впереди только все хорошо и здорово. Потом вы оказываетесь сами в ситуации стартапа, как мне кажется, потому что ну, ясно, что выпускники МГИМО все знают, они приходят на работу, оказывается, что есть чему можно поучиться. И тут на помощь, конечно же, приходят мировые практики и опыт, и к этому обязательно нужно прислушиваться. Ну, и сейчас, мне кажется, совершенно каждый из нас находится в ситуации такого идеального шторма, когда с одной стороны весь мир очень взаимосвязан, и с другой стороны он очень э, бесшовный. И то, что происходит где-то в Японии, на самом деле может влиять на то, что происходит в России, в Индии. В этом смысле мы все очень взаимосвязаны с э, друг с другом. Здесь важно помнить, что будет то, что все, что уже было. И ничего на самом деле нового не происходит. Человечество все это уже переживало и как-то с этим справлялось. Поэтому если давать совет, когда вы будете делать задания и вообще на будущее, мне кажется, что очень важно и полезно иммигрировать в будущее прямо сегодня, работать и жить из момента, как если бы все, о чем вы мечтаете, уже произошло. Мне кажется, это очень вдохновляет и помогает. Мы желаем вам удачи и добро пожаловать. Прекрасный армянский тост, да? Так, так, так и есть, ты угадал. Спасибо, ребят. Спасибо. Если еще может, мы в ближайшие 5-10 минут.